Итак, мы въехали в Польшу. Вот они, знаки уже, знаки польские. Время 14:23. Вот она и Польша, пожалуйста. Мама. Потому что другой дороги нету. Здрасте, где доп? Так, въехали на первую парковку польскую. Решили немножко перекусить. Вот такая вот парковка. Кто-то лопасти везет для Федрика. Хозяин наш решил поиграться. Ну,
какая-то, который там разворачивался будет. Так прям огроменный самолет сел. О! Сейчас, ну, поздно увидели. Поздно увидели, прям самолет штефанул на посадке. Най, но он уже сел. Стефан, самолет смотри. Вон. Садится, вон он. Вон форная, видишь? Да. Yeah. Ну да. Вот такой был тоже. Да, здесь флюхап. Да? Швейцария. Флаг швейцарский. А Швейц? Ну, это Швейц. Ну, в Варшаве. Это ж Варшава, это ж их столица, да, по идее? Это Хауптштадт. Он Хауптштадт. Полен. Хочу что-то записать, опять, блин, заборы. Дома и машины больше ничего нет. Интересно. Мы, наверное, по окраинам Варшавы и, скорее всего, наверное, объедем где-нибудь. Держитесь правее. Затем мог отступить. Явно это типа штат тайм. Нормально, велосипедрист едет еще центов почти или чего там гроб. Футболёк поехал. Через 400 метров куда-то держитесь. Куда-то не туда, не может, кому надо. Сюда с полосы в полосу, тихонько. А
он какой-то, вон он мост, да? А, вот он там, вот он мост. Это не церковь, не сбоку, а Эльм сверху. Что говорили, мужской туалет. Только... Там кресты, блин, на лесу. Не, он сделан, вот, точно, буква М. Точно. А, точно, точно. Мужской туалет. Далее. Вверх там не видно. Слева. Смотри какой. Какой. Метров. А, ну, здесь только побольшой. Я ее сняла. Папа! Там водичка. Волновался, что они включают все. С чего это вдруг? Держитесь левее. Она идет. Здесь много не осталось. Какой мы мост проехали. Это наш номер. Выглядит даже очень-очень хорошо. Здесь диванчик. Wieso froh, dass Papa das Hotel gefunden hat. Здесь комната. Mit vier Betten, so viele. Да, 4 кровати, тумбочки, все. В нашу машину как раз видно. Телевизор. Вот Штефан выражает. Теперь пойдем посмотрим ванную. Там очень даже. Янком. Она так. Посмотри, как здесь красиво, да, все? Я вижу, как ванна. Так прям душе. Очень. Так хох. Выглядит очень хорошо. Но на душе. Ну, душ, душ большой. Я вот не знаю, ванны. Венды какие. Да и с вас все грозный, он зовет. Сон, хох, вертик выглядит очень даже нас хорошо. Мама, папа, руф дэш. Вас? С нашей стоит немецкая машина, а рядом еще с российским номерами. Да? А вот эти сидели около это, дверей какие-то. Это же немецкая, а вот российская. Здесь мы ночевали. Я ночевала сюда рядом. Как замок такой. Да? Может там это? Не знаю. Пойдем, Штефан. Я его не... Я его ничего не знаю, видимо. Обои такие красивые. А зачем он тебе? Ну я знаю, но я просто положила тупо сейчас до машины донести. Вот здесь мы ночевали. Последние километры на польской земле. Дальше Беларусь. А? Вайс Руслан сейчас будет.
будет еще в час, доедем до границы. Еще несколько километров. И у вас специально. Что это вон написано? Граничный Тересполь.